Вот можно наблюдать картину, где мы располагаем и храним декорацию. Это помещение не приспособлено, это не коридор, не ангар, это практически запасной выход для эвакуации со сцены. Только это полбеды. Арендодатель не спешит ремонтировать здание, которое трещит по швам. Стена в движении находится. Месяц не выдержала, да. То есть, ну, она подвижна вверх-вниз, все равно бумага срабатывает. А там сцена? А там сцена, да. За нами сцена со всеми подвижными механическими частями. Такие бумажные метки клеят сами театралы, следят за подвижностью стен. Ведь опасные трещины разошлись по всему зданию. Сколько простоит театр в таком состоянии, можно только гадать. И вот каждый год, когда нам надо перезаключать договор, мы сидим на чемодане. А вдруг не продлят руку, у муниципалитета не будет денег, совет депутатов скажет, ну нет денег заплатить аренду. И куда нам? Так Павел Ипатов оставил Балакову не только без детских садов, но и без театра.